Привет-привет, друзья! Рада видеть вас снова на моем канале. Сегодня у нас на обзоре что-то действительно полезное для кухни. Мини-печь Optima O282MB. Мы с вами погрузимся в ее функции, узнаем, на что она способна и, конечно, обсудим, стоит ли она своих денег. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забудьте заглянуть в описание. Там вас ждут ссылки на этот товар и многое другое. Поехали! Мини-печь Optima O282MB – это стильный и функциональный прибор, который отлично впишется в любую кухню благодаря своему классическому черному цвету. С первого взгляда видно, что производитель постарался сделать ее максимально удобной и простой в использовании. Габариты печи 487 на 368 на 303 мм делают ее компактной, так что найти место для нее на кухне не составит труда. А как только ты установишь ее на свою место, тебе не придется бегать по магазинам в поисках аксессуаров. Все необходимое уже идет в комплекте. Противень и решетка готовы к использованию. Этот прибор идеально подходит как для небольших помещений, так и для тех, кто любит функциональные и минималистичные решения. Не забудь заглянуть в описание под видео, где я оставила полезные ссылки на проверенные магазины и промокод на скидку, чтобы ты смог приобрести эту мини-печь по максимально выгодной цене. Мини-печь Optima O282MB – это настоящая находка для тех, кто любит разнообразие в приготовлении блюд, но не хочет загромождать кухню громоздкими устройствами. У этой малышки есть гриль, что сразу расширяет ваши кулинарные горизонты. Мясо и рыба получаются с хрустящей корочкой, а запеканки и выпечка радуют золотистым румянцем. Три режима работы позволяют выбрать оптимальные настройки для различных блюд, будь то нежные круассаны или ароматные куриные ножки. Мощность в 1600 Вт обеспечивает быстрый нагрев, так что вам не придется долго ждать, пока печь будет готова к работе. Температура регулируется в диапазоне от 65 до 240 градусов Цельсия, что дает широкие возможности для экспериментов на кухне, от низкотемпературного томления до быстрого запекания. Объем в 26 литров вполне достаточен для семейного ужина, а 60-минутный таймер с автоматическим отключением поможет избежать перегрева и даст вам возможность расслабиться, не беспокоясь о блюде. Удобные переключатели с плавным ходом делают управление печью интуитивно понятным и приятным. С таким набором функций мини-печь Optima станет надежным помощником на вашей кухне, позволяя легко и быстро готовить самые разнообразные блюда. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, этот обзор был полезным и помог вам лучше узнать мини-печь Optima O282MB. Не забудь заглянуть в описание под видео. Там вас ждут ссылки на магазины и специальный скидочный промокод. Обязательно делитесь своими мыслями об этой модели в комментариях. Мне интересно узнать ваше мнение. А если вам понравилось видео и хотите видеть больше обзоров, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорых встреч и удачных покупок!